читать по вечерам. Мы в первый раз открыли Дон Кихота. Блуждаем по долинам, горам. Нас ветер обдает испанской пылью. Мы слышим, как со скрипом в вышине ворочаются мельничные крылья над рыцарем, сидящим на коне. Что будет дальше, знаем по картинке. Крылом дырявым мельница махнет и будет сбит в неравном поединке. В нее копье вонзивший Дон Кихот. Ну вот опять скачет на дороге. Что будет дальше? С кем затеет бой? Последний рыцарь, тощий длинноногий. Наш первый путь ведет нас за собой. Из этого торжественного мига навек мы покидаем отчий дом. Ведут беседу двое, я и книга, и целый мир неведомый.